Хей, йоу, гайс и мышмики, мы продолжим пройти игру под названием Another. А, N-word, sorry, N-word. Я сейчас одну вещь понял. Если мы много раз нажимаем около этого, что-то. Барт. Нужно просто удерживать было вверх, ребята, просто нужно было удерживать вверх. Отлично. Круто! Просто зашибись! Если бы я удерживал кнопочку вверх, тогда было бы все отлично. Найс. Найс. Что прокачиваем? Бейс арморс. Атакерс. Что, еще урон прокачаем? Или хилпоинт? Или хп прокачаем? Блин, я даже не знаю. Давайте я, наверное, закончу серию, вот что я сделал. Подождите, а тут еще есть полыв. А, вернуться, типа, окей. Барт. Атон. Блин, ладно, я не знаю, я думал, типа, закончить, ну, не закончить серию, а, типа, вырезать все. Impossible. Incredible Best Armor by Satan. На сотку себе армор увеличить. By Increase Bass. Слишком сложно. Но я понял, что что-то дает армор. Это типа мне изначально дается армор такой. Base. Арма. Бай. Сота. Увеличит базовую броню на 100. Ага. А у меня сейчас сколько брони? Армор 385. А есть ли смысл в этом? Сейчас я узнаю. Бусы. А ну-ка. Сейчас я другие видосики свои старые запущу. На которые я уже заснял, да? 385, да, если не ошибаюсь, там. Так. 325. Короче, там дохера брони нам дают за левел ап, поэтому. Блин, я не знаю, ребят, на самом деле. В принципе, можно вкачать броню на сотку, но это очень мало. Лучше либо хп, я думаю, либо урон вкачать. Давайте, наверное, в хпшку, блядь, пойдем. Или урон лучше. Вспомним-то. Давайте урон. В смысле? Incurs damage. Короче, чтобы походу вот это увеличивать, мне нужно предыдущий увеличить. Soul Master. Да, мне нужно, короче, это увеличивать. Soul Master на второй, чтобы вот это дальше прокачивать. То есть, как это работает? Чтобы вот это вкачать, мне нужно, чтобы было, допустим, первого уровня это и это. Все. Я врубился, как это все дело работает. А, давайте я наверх пойду. Сверху я уже был, точняк. Все, отлично. Тогда все ясно, все понятно. Как все делает, как это работает. Так, херово то, что он поджег. Ж, ё-моё. Пиздец он поджег. Вот видите, минус жопа. Просто моя минус жопа. Разве это возможно? Так играть, когда у тебя жопа горит. Так, здесь я вижу, вот есть тоже. Но они тоже поняли, что тут что-то слишком пиздец сложно. И поставили до хера этих.
ловушка. Блять! Там все-таки кто-то сидит. Я помню, это кресло пустое. Блять, все, идите в жопу. Пиздец. Танцовщики херовы, поджигатели. Урна поджигателя. Так, а мне... А, походу я сейчас здесь этого убью. Все, я знаю, что я сделаю. Сейчас сделаем это все. Все отлично. Теперь мы... Блин, а там знаете еще что можно? То халявный был... Level up. Давай, уходи. Но это жесткое место, поэтому тут посрать. Тихо. А что у нас второе оружие? Молот? Если что, на Е можно переключаться. Да, это херня, все-таки гарпунами стрелять, я бы здесь не выжил. Типа, гарпун мне попал бы? Я бы отлетел. Ага. Ага. Круто. Мы в жопу мира отправляемся глубже и глубже. Так, здесь шипастая ловушка. Во-первых, я не понимаю, где я сейчас нахожусь, а там посрать. Короче, какие-то стенки, которые не позволяют проходить лучи света. Но это был путь в одну сторону, поэтому... Привет. Spirit Bow. First. Новый лук. Spirit Bow. Нихуя себе. Very, very nice. Тихо. Ну не зря ж сюда поднимался, так ведь? Блядь. В смысле? Я сказал, я ж не зря сюда поднимался. Блядь, там что-то было! Ха-ха! Мое хп.
Че, я все-таки могу юзать? Блять! Руна, Грон Рунс. Не, что много выносит у меня эта херня. Да какая разница, я ж попадаю в землю. Хотя бы в основном... Ну, скорее всего, чисто для вот этого и нужны эти вещи. Так. Не прилагает молотком ёбнуть. Хорошее предложение. Короче, нужно смотреть по статуям. Статуи типа не спиздят. Ладно, потом. Телк. А, привет, this four step, can you have them? Гид. Я могу быть твоим гидом. 35к. Скорее всего, это, знаете, типа, чтобы... Я трачу 35, и он мне дает вот этот мешочек с там половиной тех душ, что у меня сейчас есть. Скорее всего. Абсолютный стон. Origin. Remove all atomments. 5к. Perfect stone. Unlocked origin. Давайте куплю. 1, 2. Да, давайте еще куплю. Ах, аграу. Ах, ах, ах. Это чтоб типа это, души не зря не терять. Считайте, их потратил на что-то. Прикидываю сейчас... А хотя я ж могу везде. Точно стоять. Так, ну мог. Я могу наверх пойти. Как профи, просто как профессионал. На изи. Блять. Я кто профессионал? Мне интересно, что с той стороны. Чагатели бучи. Просто если я сейчас туда пойду, я зря, мне кажется, туда пойду. Блять, нахуя вы срете здесь? Ух. Thank you.
Типа я не могу телепортироваться туда, где не вижу. Вау. Просто подумайте, это ж пиздец сложно. Это сложно. Манать, откуда? Окей. Можно и так, так безопаснее даже. Я хочу туда пойти. Не хочу я с ним драться. Вот ни в какую, вот не поверите, но я драться с ним не хочу. Может, конечно, показаться, что я не хочу драться, но это вам просто кажется. Как мне понять, сколько у меня этих? И как вообще их получать? Нет, это все-таки не то. Это все-таки, да, чтобы сбросить заряд. Ам, стоять. Я знаю, что я сделаю. О. Эликсир! А, там мы точно. Мальчик с гильотины. Не, может, конечно, меня и спасет мой этот меч. Ну, где щит. Но я тоже в этом как бы не уверен. Так. Ага, то есть я еще лучше сделал. Так, вам пока вместо тебя молот поставлю.
Ладно, хорошо. Пока что везет. Но я сохранился там, поэтому... Не думаю, что так жесткая опасность какая-то должна быть. Нахер надо. Вот это на первом месте, которое у меня стоит по сложности враги. Из-за того, что они, во-первых, наносят урон, я говорю, повторюсь, наносят большой урон. И они хуярят жестко. Они... А, там закрыто точно. Ой. Вот вы видите, сразу минус пол хп. Если плюс еще был бы фул этот поджог. То я бы еще и сгорел. Как плюс, да? Я не знаю, почему я сразу не мог подняться, то есть он бы не успел ко мне подбежать. Так, а зачем мне это? Чтоб я туда залетел? Стой, а там что у нас было? Блять, а что там было? Охуеть. Пиздец. Походу там что-то было, но я это просрал. Что сказать? Возвращаемся. Что сказать? Возвращаемся. Что сказать? Пиздец. Пошел, проверил. Охуенно проверил. Охуенно проверили, ребята. Было духа и весело. А теперь самого... Блять. Как я так мог проебаться? Ой, боже мой. Я проебался, потому что там наверху были эти. Два челика огненных. Ну я такой, да нет, ну чё, я лучше пойду туда, блядь. А нахер оно мне надо? Нахер оно мне всралось? Лучше пойду дальше, где, блядь... Тогда я тебя сохранюсь. Чтобы потом сделать круг. Ну ладно, хотя бы не такой жесткий круг. Но все равно круг. Так, молот. Молот. Да. Ну да, ну, в принципе, это была моя ошибка. Поэтому. Вот вместо того, чтобы вниз, я должен был наверх идти. Сразу, да, рекомендуют мне тоже взять этот лук. Сразу получил пиздов.
Так, а давайте, наверное, молот возьмем все-таки. А хотя нет, крутящий лучше. Охуеть. Они еще и срут, блядь, здесь у меня на входе. Охуеть вообще. Я ебал. А у меня шансов нет. Я не могу их вообще победить. Ты тайминги, главное тайминги, главное тайминги, все. Сейчас мы с таймингами все сделаем. Таймингами все сделаем, все будет у нас чики-пуки. Все будет чики-пуки. Долго заряжается. Тупые тайминги. Поехали. Тот забыл посрать. Блять, тот забыл посрать. Все? Что, все? Минус Т? GG, минус Т. Классно. Пиздец. Вот, тайминг сработал, все. Теперь осталось понять, в какой момент мне это нужно делать. Заебись. Заебись. Сосать. Прикидывай, тут еще, блять, будет. Блять, надеюсь, нет. Просто ёбнусь, если тут еще будет один. Я ради сердца сюда шел. Серьезно?
гримуары, реликвии, айтемы. Так, хардс. Хардс. Я не знаю, что он дает, я не хочу знать. Items. No. Окей. Короче, я понял, идите нахуй. Мы с вами, считайте, просто так время потратили. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.